Приветствую все еще раз. Сейчас уже 13:00, да, по России и по Украине. Как раз время к серии вебинаров, да, по стилю, да, с нашей командой «Экспресс-карьера». Зовут меня Юлия Воронцова. Я независимый директор, уже золотой директор компании Reflame, вот, и лидер проекта команды «Экспресс-карьера», чем очень-очень горжусь. Сегодня моя очередь рассказать о стиле жизни, рассказать, зачем мы сюда пришли, да, и по Беларуси тоже. Вот. Как все происходит, почему я выбрала именно этот проект, откуда я пришла, да, и чем я сейчас занимаюсь. Так, ну, начнем, да, с самого главного, это с плана. Вот. Что мы будем сегодня рассматривать? Это я расскажу о себе, познакомимся с командой, да, кто еще ее не знает, что нужно будет делать, да, какой смысл бизнеса. Спасибо. Вот, когда сбываются мечты, очень интересный вопрос, да, рассмотрим, когда же у нас начинают сбываться наши мечты и образ жизни благодаря проекту, благодаря команде, благодаря компании, да, и для самых терпеливых это бонус, да, который будет в конце. Вот, я сразу поприветствовала себя, но не поприветствовала, здесь есть у нас новички, поставьте пятерочки, пожалуйста. Кто только пришел, кто только, вот, сколько у нас, Ирина, Лилия, ой, так быстро бежит чат, Татьяна, вот, Марина, Светлана. А есть ли те, кто еще не зарегистрирован, только пришел, да, по рекомендации, поставьте единички, пожалуйста. Есть ли такие? Есть, Ольга, есть, Наталья есть. Вот. Айзада, классно. Значит, вам будет и всем интересно, и новичкам, да, и кандидатам. Ну, приступим. Вот. Сразу бы хотела рассказать о своей семье, о своей надежде, о своем смысле жизни. Вот это мой муж и мои детки любимые, вот, благодаря которым я здесь занимаюсь, работаю, ну, в принципе, я и живу благодаря, да, тому, что вот такие маленькие малыши, да, вот благодаря любимому мужу, его поддержке я здесь, он тоже сейчас присоединился ко мне, вот, мы вместе работаем, вот, живем мы в Украине, в городе Белая Церковь, но здесь мы недавно, только 4 года, до этого жили в другой области, в другом городе. Вот, сейчас я расскажу вам во всем. По профессии я педагог. Да, до проекта я закончила университет, как сейчас золотой директор. Вот, закончила я в 2005 году университет педагогический, вот, по специальности учитель биологии. Мне очень нравилось растения, животные, вообще природный мир. Вот, я, не задумываясь, выучилась на педагога. Ну, кроме этого, мне, в принципе, тяга к детям была. Я, в принципе, понимала, куда я иду и зачем, мне очень легко было учиться. Но сразу же на 5-м курсе я, мои однокурсники сдавали диплом, а я уже лежала в роддоме со старшей дочкой, вот она на фотографии. Вот, и через 2 года я вышла из декрета и пошла в школу. Хочу сказать, что работать в школе – это вторая семья. Это ты работаешь, можно сказать, без графика, без ничего. Но она меня устраивала, мне очень нравился мой предмет, нравились дети, их отзывы, отношения. Вот, и все было хорошо, но минус был в том, что оклад моей зарплаты был достаточно маленький для того, чтобы хорошо себя чувствовать, да, одеваться, где-то отдыхать, развивать своего ребенка. Вот, и уже я еще работала, уже была в декрете, ушла в декрет уже по второй беременности. Вот, я уже была готова к тому, что я не буду сидеть, ну, просто так, буду где-то развиваться, буду что-то делать, вот, как-то расширять свои границы. Да, и вот, когда так, как только пришла в школу, мне учитель истории говорит: Юля, ты не останавливайся, да, на том, что педагогика педагогикой, но уметь что-то еще нужно обязательно, потому что педагоги у нас, да, быстро уходят на пенсию, а потом мы не знаем, чем себя занять. Вот я и нашла себе это развлечение. Вот, и в 2012 году мы переехали в город Белую Церковь, вот, родила сыночка. Вот и с чем я оказалась. Муж, да, один зарабатывает, 2 детей. Мое пособие 130 гривен. Ужасные скандалы, ссоры, слезы, депрессия и все остальное.
Вот. Что-то опять со светом. Вот. И меня абсолютно это не устраивало. И в определенное время ко мне постучалась Анечка Черна. Вот. И благодаря этому я сейчас очень уверенная, успешная. Я сама себе очень нравлюсь. Да, вот здесь фотография справа, это я на первом своем банкете директоров. Вот, моя семья улыбается, мама рядом. Да, это очень-очень классно. Я каждый день убеждаюсь в том, что моя сейчас теперешнее занятие, деятельность, это то, чему я хочу. Я общаюсь с людьми, я дарю опыт, да, ну, учу себя, обучаю других. Если у вас пропал звук, перезайдите, пожалуйста. Вот. И сейчас, если вы посмотрите, да, на мой оклад преподавателя или мамы в декрете, вот и сейчас это только как начало. Эту картинку я уже раньше делала, сейчас уже чуть-чуть больше. Вот, мой доход растет, да, обязательно, вот мое кредо, это ставь себе цель, обязательно добивайся их, что я и сделала. Вот. Расскажу свой путь. Как же я, да, пришла. С 2000 года я сказала, я была студентом. Проучилась я 3 курса. Училась я на контрактной основе, и родителям, ну, достаточно было тяжело, да, и учить меня, и чтобы я одевалась там и жила. Вот. И в 2003 году я перевелась на заочное отделение и устроилась тоже на работу. У меня был такой достаточно хороший опыт, такой жизненный, и быть студентом, и продавец-консультант, и в разных супермаркетах я работала, училась тоже разным. Но это мне, кстати, тоже дало много опыта и сейчас тоже пригождается. Вот. С 2005 по 2007 у меня был декретный отпуск. В 2008 году я стала преподавателем в школе. Отработала я 5 лет, как сказать, отстояла я. Ну, в прямом смысле слова, потому что у нас был такой строгий директор, что нельзя было сидеть, сложив ручки, нужно обязательно было вставать, ходить по классу, объяснять, рассказывать. То есть мне было весело. Вот. И в 7 месяцев было ребеночку. Это в 2013 году, в январе месяце, постучалась ко мне Аня. Вот, я сразу, в принципе, до проекта я пользовалась продукцией, мне она нравилась, но я не знала ни ассортимент, ничего, просто мне было интересно, как живут эти люди, как они работают, носят вот эти пакетики зелененькие такие все, ну, мне было приятно, это мой любимый цвет, и вот синий, зеленый, это мой любимый цвет. И вот, когда Аня постучалась, она была с такой вот фотографией, вот я смотрю, звание директор. Почему бы? Ну, если... Есть связь? Есть, я вроде бы живая, все есть. Вот, я с таким же, да, руки, ноги есть, язык есть, все есть. Почему бы я не смогу достичь этого? И вот на нижней фотографии уже вот мой чек, мой первый чек на банкете директоров, я этого достигла. Вот, и шла я к этому званию, ну, достаточно долго, как на мой взгляд, это 1,5 года. Вот, но сначала как-то не рос, не шел у меня рост, было все как-то так потихоньку, потихоньку, но уверенно, я не падала, просто очень-очень так потихонечку, по шажочкам шла. Вот, и уже в первом каталоге я закрыла, 2015 года закрыла звание директор, в 10-м закрыла звание старший директор, и в 13-м каталоге золотой директор. Сейчас зависла, мне вроде бы все хорошо. Сейчас я развиваюсь дальше. Присоединила своего мужа. Да, все хорошо. Вот. И хочу сказать огромное большое спасибо за то, что Аня выслала мне аж 4 дожималки. Но я, ну, не соглашалась не потому, что мне было неинтересно, потому что было как-то страшно, что-то в интернете. Было непонятно, как я все это сделаю, ребенок маленький, справлюсь ли я. И потом уже на четвертой дожималке я все время отвечала Ане, да, мне очень нужна работа, она мне все писала, писала. Вот, и потом уже муж говорит, ну ладно, уже зарегистрируйся. Вот, и сразу я включилась, стала читать эту рассылку. Ну, в принципе, все пошло, как обычно, ведет себя активный партнер. Сделала заказ, поспешила. Вот, и со временем команда у меня очень классная, очень дружная. Я настолько ей благодарна, только благодаря ей
Да, вот то, что она есть, то, что я смогла дать, чему научилась, вот смогла, ну, развиваться дальше, и сейчас тоже развиваюсь. Вот, на данный момент я частный предприниматель и уже уволилась с работы, уже 3 года прошло с моего декрета, уже летом, в июне месяце я уволилась с работы, все, я уже официально не работаю на школе. Вот, и здесь я получаю возможность развивать свой собственный бизнес, да, не работать по найму, получать доход на расчетный счет, а не в конверте. И, ну, не менее важно, это дать возможность другим людям воплощать свою мечту. Вот. Куда я получаю? Да, вот каждые 3 недели, да, 17 раз в год, нам приходит бухгалтерская справка, а также приходит у нас на номер карты моей. Вот такие начисления. Ну, больше-меньше такие начисления. И за что я получаю эти деньги? Да, не за то, что я продаю какой-то продукт, да, или там уговариваю кого-то. За то, что я привлекаю потенциальных покупателей, да, товаров предприятия, курирую потенциальных, вот, привлеченных предпринимателей, существующих покупателей товаров, да, поддерживаю и увеличиваю качество, ну, покупателей, способствованию обеспечению объем закупок товаров и достигнутым результатом покупателей соответствующих групп. Это так, такое сложное. Да, завтра зарплатка. Да, это очень классно. Это настолько хорошо, что я даже иногда в рублях, но сейчас курс разный, потому в Украине у нас одна сумма, ну, где-то 1030, наверное, да, правильно, 1030, потому что мы сравнивали зарплаты в Украине, и на одном и том же уровне там были даже разные зарплаты в зависимости от количества объема продаж и курса. Так, дальше. Давайте знакомиться теперь с командой. Девиз нашей команды – это только помогая заработать другим, заработаешь сам. Да, проработав я и в школе, и в других предприятиях, там было только работает главный, зарабатывает очень хорошо, все остальные зарабатывают как получится. Да, здесь наша основная задача, да, помочь заработать нашим партнерам, и только тогда мы сможем заработать самостоятельно. Какие же ценности нашей команды? Наши партнеры приходят к нам зарабатывать, да, а не тратить. Поэтому все инструменты онлайн-обучения предоставляются бесплатно. Принцип работы основан на личном потреблении. Так, ну, если вам еще платят за то, что вы не платят, да, за то, что вы чистите зубы, то приходите к нам, да, нам платят. Вот, и современный подход. На данный момент очевидно, что интернет-бизнес очень плотно вошел, да, в нашу жизнь. Все проходит у нас через интернет. Вот и покупки, и мебель покупаем, и технику покупаем, ну все на свете покупаем, билеты покупаем, да, на поезда, там, в кинотеатры, на разные мероприятия, да, на концерты, ну практически все можно сделать все через интернет, да, даже забронировать свой номер в отель. Вот. И самое главное это то, что у нас приветствуется нет обязательств, да, нет каким-то условностям, нет условиям, да, добровольный подход, то есть и тебе не надо никуда спешить, да, ты работаешь только в том темпе, который тебе удобен, да, и в то время только, в котором тебе удобно, да, но зная это, да, мы себя, как правильно сказать, настраиваем на то, что это может нас еще и погубить, то, что мы не обязательно, это нам не обязательно, да, мы сами должны принять решение, перешагнуть этот шаг того, что это надо только нам, да, не нашим начальникам, вот, и идти прямо вперед, да, никуда не сворачивая. Вот, это наша команда. Наша команда очень большая, да, интернациональная команда. Она у нас есть уже директора с большими званиями, да, и в Украине, в России, в Беларуси, в Казахстане, в Молдове. Боюсь обидеть кого-то, может, еще где-то есть директора, я еще об этом не знаю. Поэтому я очень горда за то, что я нахожусь именно здесь, да, за то, что Анечка наш главный, да, наша мамочка, вот, и наша команда только-только вот уже набирает еще больших и больших оборотов, уже развивается в самых-самых разных, да, странах и русскоязычных, и даже не русскоязычных.
Да, обязательно это место. Сейчас чуть-чуть вернусь. Вот, это место ждет каждого, да, банкет директоров ждет каждого, кто находится в этой комнате. С такими чеками, с такими почестями, да, с классным настроением и признанием. Ну, давайте вернемся, да, к будням. Очень часто, да, работая по найму, я сегодня слушала вебинар Наташи Качной, и те, кто присутствовали, если вы были ну, здесь сейчас, и в 10 часов, вот, она рассказывала, что много людей, которые находят, которые работают по найму, да, у которых какой-то маленький бизнес, и те, которые работают, да, на дядю, ждут, когда же мне заплатят деньги. Даже когда я работала в школе, последние несколько лет мне давали по 2%, по 22%, и вот там кинут там какие-то копейки, и живи за них, да, вот, задержали зарплату, из-за чего-то вычли, там непонятно, опоздала на 5 минут, уже вычли, там, в супермаркете работала, было так обидно, никуда не уйти, ни на больничный, ребенок в детском садике, утренник, ты не можешь никуда уйти, потому что ты привязан к работе, да, вот, и если ты там проспал, ты все, ты опоздал, ты не получил свои деньги, да, ребенок заболел, ты ведешь его больного в детский сад или в школу, он не может, да, остаться, ты не можешь с ним остаться, да, вот, если мы вечером куда-то идем на какую-то, да, вечеринку, то обязательно мы ведем себя прилично, да, потому что завтра утром надо опять идти на эту же работу, да, и каждый раз, когда мы утром в понедельник приходим, когда уже пятница, ну, когда уже этот выходной, я сейчас выключу, наверное, свет. Да, чуть-чуть темно, но ничего. Вот, скорее бы выходные, да, плохой начальник, плохой коллектив, да, и что же нужно делать? Надо искать другую работу, да, но какую же работу нужно найти, чтобы было именно так хорошо, да, чтобы время было, чтобы и начальник не кричал, чтобы и настроение было хорошее, чтобы силы были, да, и с детьми побыть, да, и с мужем, и, да, и хорошо еще и зарабатывать. Единственный выход – это создать, да, бизнес. Сейчас очень часто все создают то один, то другой бизнес, да, еще на работу не берут. Вот. В чем же цель создания любого бизнеса? Создание больших товарооборотов и получение прибыли с них. В любом бизнесе продвигаются или товары, или услуги, да, и чем больше товар или услуга пользуется спросом у потребителей, тем, ну, выгоднее, да, больше прибыли приносит. Вот, но как вы видите, мы создаем товарооборот. Да, как же ж можно создать? Для того, чтобы заработать, вот как на картинке, 4000 долларов в месяц, необходимо скупиться, да, вот сделать товарооборот на 10 тысяч. Да, у нас есть два варианта. Купить это все на 10 тысяч, да, и завалить себя складом. Или найти 1000, да, дистрибьюторов, потребителей, да, партнеров, которые купят у вас эти там по 100 долларов, да, там шампунь, мыло, да, если в нашем случае. И все, и 4000 у нас заработаны, да, и всем хорошо, и тебе классно. Вот сейчас как раз мы об этом с вами и поговорим. Но для того, чтобы правильно, да, выбрать свой бизнес, надо знать критерии, да, по каким критериям необходимо выбрать компанию, да, с какой нужно сотрудничать. Обязательно это на первом месте компания, в которой есть пассивный доход. Что такое пассивный доход? Это тот доход, при котором вы уже не работаете, а доход вам уже капает, да, какие-то дивиденды. Насколько реально потребляем продукт? Если продукт будет дорогой, да, и его будет хватать там на несколько месяцев, то зачем нам его покупать? То есть, значит, зачем нам его продвигать, если мы будем получать доход только в том месяце, да, в котором у людей заканчивается, да, там тот крем или там какой-то другой продукт, который держится там очень долго. Да, насколько этот продукт адекватен по цене? Да, ценовая политика всегда стояла на первом месте, и человек, которого, да, средний уровень экономической жизни, да, он всегда смотрит, где подешевле, да, вроде более-менее качество ничего, но и цена. Вот, это нам тоже нужно учитывать. Да, насколько щедро компания платит своим партнерам в зависимости от маркетинг-плана компании. Да, вот ту компанию, которую мы выбрали, она, на мой взгляд, очень хорошо и очень честно, да, даже очень даже задаривает. Вот. И насколько стабильно, да, насколько устойчива эта компания, то есть не развалится она завтра. Да, вот только поэтому я выбрала именно эту компанию. Да, какие же конкурентные преимущества компании в Oriflame? Сейчас на рынке и в интернете, и в реале очень много сетевых косметических компаний, да,
Вот, которые тоже претендуют, да, на каждого кандидата тоже хотят зарабатывать. Но почему? Какие конкурентные преимущества компании Reflame? Первое, это в составе продукции Reflame до 70% натуральных ингредиентов. Да, практически натуральные продукты. Они, в чем их минус? В том, что они мало держатся. Так, допустим, самый большой срок это полгода, да, к любого кремчика. Через полгода он уже не годится, да, нам не нужен такой продукт, который будет держаться 3 года. Сотрудничество с 68 странами мира на всех континентах на протяжении 49 лет. То есть мы можем сотрудничать не только, да, там с Украиной, с Россией, мы с множествами стран можем сотрудничать. Акция Reflame котируется на шведской фондовой бирже и показывает ежегодный рост. То есть это как раз основной показатель, да, экономического роста компании. Reflame – это косметический бренд номер один в странах СНГ. Очень немаловажно, именно сейчас, да, на данный момент, косметика Reflame не тестируется на животных. Сейчас все переходят, да, на более экологичные продукты. И вот как раз Reflame и выигрывает в этом. Каждый каталог выходит от 30 до 70 новинок. То есть мы не остаемся, да, на одном каком-то уровне, не сидим. Каждый каталог что-то обновляется, что-то усложняется, упрощается, да, делается только как бы лучше для своих, да, потребителей, покупателей. Вот. Ассортимент, как я уже сказала, обновляется на 30-40% в течение 1 года. Каталог Reflame разрабатывает и готовит 65 специалистов разных областей Бельгии. Reflame косметика проходит 8 стадий проверки качества. Я не буду все зачитывать, потому что это очень-очень много, это очень классно, потому что за такие заслуги, я считаю, что очень-очень достойные заслуги. Да, очень классные специалисты, ученые, да, разрабатывают наши продукты. Вот. И одним из таких возражений, да, которые мы встречаем при поиске наших партнеров, это слово Reflame, да, каким был раньше Reflame. Reflame, то, что мы обязательно, компания прямых продаж, мы работаем только на продаже, да, собираем какие-то заказы, получаем доход. Да, мы уговариваем, я тоже вставала, как бы. Ко мне приходили девушки и спрашивали, да, но не так, как «Здравствуйте», там какие-то презентации. Вот прямо вот они: «Хотели бы посмотреть каталог? Вот посмотрите, пожалуйста, мой каталог». Это мне было как-то так даже не совсем приятно, что, ну, я уже и была в этой компании, уже и работаю, но вот сам подход как раз вот говорит о том, что негативная сторона вот как раз проявляется. Сейчас современная Reflame переходит уже на новый какой-то уровень, становится более, да, такой продвинутый, и мы уже включаем переговоры. Да, вот и основа – это подбор качественных партнеров, вот, и личное потребление по мере необходимости. Мы ушли от продаж, от закупок, да, вот не заваливает никто себя никакими продуктами, да, чтобы потом как-то его продать. Так, дальше. Какие конкретные действия необходимо делать? Все очень просто. Это три кита, да, три действия. Первое – это пользоваться продукцией, покупая не в обычном магазине, а в Reflame, да. У нас есть свой магазин, то почему мы будем идти куда-то в другое место, да, отдавать кому-то чужда деньги, если мы можем купить у себя, да, тем более никакой магазин нам не даст 20% скидки на весь ассортимент продукции, никакой. Дальше, приглашать людей в свою команду, которые тоже будут повторять, да, ваши действия, дуплицировать вас. Вот, где мы можем их найти? Мы работаем в интернете, а это безграничные возможности, безграничные методы, безграничные инструменты, самые новые, самые такие экономные, да, которые экономят наше время. Это социальные сети, это доски объявлений, это сайты знакомств, это все может быть где угодно, где могут собираться люди. Да, людям всем нужна работа. Сейчас очень много именно людей, которые ищут работу, да, и подбирают. Поэтому наша задача, да, их найти.
Вот. И третье немаловажное – это обучаться. Так как если вы учились, да, на кого-то другого, у вас другое образование, вот, то для того, чтобы это освоить, да, нам необходимо обучиться. Но в первую очередь это каким-то техническим моментом, да, при работе онлайн, да, ну и во втором это как правильно, да, работать в каких-то социальных сетях, как правильно подойти, это и психологические, и мотивационные, да, материалы, все-все-все. Да, вот это очень-очень важно. За что же платят деньги? Платят деньги. Я вот соорудила такую интересную картинку. Думаю, как ее так хорошо обыграть? Да, вот перед нами лестница. Да, вот и за что платят деньги? За созданный товарооборот. Продукция, да, компания косметическая. И создаем компании товарооборот, рекомендуя своим знакомым, да, рекомендуя своим партнерам приобретать продукцию, да, для себя. Вот здесь у вас есть цифры, да, есть маркетинг-план, есть количество баллов, да, которые вы должны набрать. Что такое ПБ? Балл – это балл бонуса, это цифровой, условно-цифровой показатель, который присваивается любому продукту, да, в компании. 1 балл примерно равен 9 гривнам, 25 рублям и 5 доллар, 0,5 доллара. Ну, это примерно. Каждый раз меняется все, там больше, меньше. Вот, и каждый продукт имеет определенное количество баллов. Да? Если мыло там 1-2 балла, то там ароматы это 40-50 баллов. Ну, это каждый по-своему. Так, есть и опять теряет. Вот, и все мы, как женщины, но и мужчины, тоже любим покупки, да, любим подарки. Вот, и заходя в свой интернет-магазин, да, который вы получаете сразу после регистрации, вот, и говорите, да, своим подругам, какую я классную тушь себе купила, как она удлиняет, да, мне реснички, какой классный аромат. Да, ваша подруга говорит, да, классно, давай я тоже зарегистрируюсь, тоже буду покупать. Да? И вот один человек купил, да, себе на 150 баллов, да, группа, ну, личных и сразу же и групповых, и вышел сразу на первую ступеньку лестницы успеха. Это маркетинг-план по Украине, сразу говорю. Вот. Наша подруга тоже встретила свою подругу или маму, да, тоже нашла. Нас уже больше, да. Вот. Каждый купил себе, да, и все эти люди, которые под вами зарегистрированы, все это ваша группа, все собирается в групповые баллы бонуса, и вы постепенно переходите с одного уровня на другой, да. Вот. И выходя уже на уровень 24%, вы выходите на уровень старшего менеджера и уже получаете возможность получать не разницу с процентов, да, а уже 5% со своей структуры. Сейчас я все объясню. Вот. Да, все мы моемся, все мы чистим зубы, да. Даже и красимся, да. Хоть некоторые говорят, я не крашусь, там, я не моюсь, но это навряд ли. Да, вот все мы покупаем зубную пасту, там мыло, да, примерно вот здесь как бы условная сумма, это 1000 рублей, да, вот в среднем семья там на одного человека, это я считаю только на одного, да, 1000 рублей. Вот, если мы, да, вот какие у нас преимущества, вот мы можем зарегистрироваться, да, и покупать себе со скидкой 20%, сразу же экономим, да, выгода у нас 200 рублей. Вот, если мы начинаем приглашать, да, то пригласив, да, 10 человек, у наша выгода уже идет 800 рублей. Практически мы бесплатно покупаем себе, да, вот на свой номер. Но самое главное, и чем мы сейчас пользуемся, да, в большинстве случаев мы не просто экономим, мы не продаем, да, не там какие-то мелкие, да, мы приглашаем людей, обучаем их, да, повторять наши действия и получаем 5% от покупок всей группы, да, выходим на директора, получаем 5%. Вот, если мы приглашаем, да, вот 10 человек у вас есть, пригласила еще по 10, каждый сделал заказ на 800 рублей, вот, и вы получили 5%, это 4000 рублей уже в каталог вы заработали. Да, эти 100 человек тоже пригласили еще точно так же, как и вы, да, 100, вы получаете 40 тысяч рублей. Вот, и точно так же дальше и дальше, чем больше, тем лучше. Но это самый минимум, да? Но, как я знаю по своему опыту, меньше чем 30 баллов, 50 баллов, как минимум, у меня есть просто так.
Просто это нужно для мужчины, для мужа моего побриться, умыться. Это для ребенка, это для меня, как женщины. Все мы любим себя обязательно, да. Если мы еще купим себе какую-то туалетную водичку, а если у нас еще, да, дети есть, ну, за себе беспокоимся, покупаем себе витамины, а уже это уже как минимум, да, 100-150 баллов. То если мы посмотрим на этот расчет, то это будет очень большие, можно сказать, нереальные деньги, но это есть. Вот, это все математика, это маркетинг-план, и никуда от этого не денешься. Да. Вот, сразу после регистрации вам присваивается номер, да, и пароль от вашего личного кабинета, да, вот от интернет-магазина, да, его еще веб-магазин, наш веб-личный кабинет. Вот, что в нем есть? Что вы можете в нем делать, да? Вот сразу мы после регистрации даем номер и пароль, и человек смотрит, как там интересно, сколько всего там разных сервисов есть, да? Первое, что мы можем сделать, это самостоятельно размещать свой онлайн-заказ. Не только мы, но и все наши партнеры могут самостоятельно зайти в каталог, посмотреть, увидеть все акции, все скидки, оформить заказ, да, оформить доставку. И уже это не наша задача, да, собирать заказы, а задача нашей компании. Она все собирает, она все это привозит, да, мы просто идем в свой пункт выдачи в нашем городе и все это забираем, да. Если нам необходимо оплатить, на сайте точно также есть место, где мы можем, куда мы можем обратиться и правильно, да, оплатить, тоже все условия. Кроме этого, мы можем наблюдать полностью всю вашу, да, сеть, вашу организацию, вашу группу. Контроль отчета в режиме онлайн. Да? Если кто-то из вас, ваших партнеров, сделал заказ, то через минуту вы уже видите в своем кабинете прирост товарооборот. Да? Если кто-то сделал, пригласил новичка, зарегистрировал, не, ну, кроме вас, вы точно так же в своих отчетах увидите, что у вас уже количество новичков стало больше, значит, с ними надо там познакомиться и дальше развиваться. Кроме этого, вы можете самостоятельно, да, онлайн регистрировать новых партнеров, как я уже и сказала. Кроме этого, на сайте есть информационная поддержка, акции, различные мастер-классы, все, что необходимо, да, отдел обслуживания, все, что необходимо для продвижения, для обучения, для развития, для вас, для ваших партнеров, да, для того, чтобы ну, компания следит за всем этим. Вот. Точно так же вы можете видеть все свои, да, вознаграждения, контроль по вознаграждению. Ваш, да, если ваш партнер, ваш новичок еще не знает, да, где смотреть, сколько же он заработал, вы тоже можете ему в этом помочь. Вот. Кроме этого, какие функции еще она выполняет? Формирование и сбор заказов, да, все это проходит автоматически, онлайн, да, сию секунду. Вы можете увидеть, какие скидки, какие акции, на что вы еще претендуете. Компания беспокоится о том, чтобы вовремя, да, привезти, отвезти ваш заказ, чтобы он был в порядке, да, чтобы все было только вовремя, да. И замечу то, что мы получаем продукцию прямо со склада, да, у нас нет никаких посредников, да, нет никаких накруток. Мы получаем сразу со склада чистенькую, запакованную, никто ее не трогал, никто ее не нюхал, да, продукцию. Сбор оплаты, да, за этим тоже следит компания, да, мы не следим, вот сделал человек заказ, и надо следить, пришел он, не пришел, оплатил он, не оплатил, обо всем об этом беспокоится наша, да, компания. Кроме этого, мы не несем никакой материальной, ни административной ответственности. За все, вот эти все законодательства, все разрабатывает компания, нас только информирует. Вот. И обязательно еще юридическая поддержка. Да, все у нас в рамках закона. В компании очень много денег, и наша задача их заработать. Да? Вот я на предыдущем слайде 2 слайда назад показывала, да, как же мы с помощью рекомендаций, да, поднимаемся по лестнице успеха. Вот выходим на уровень директора и получаем возможность участвовать в разных мероприятиях, да, вот получать классные такие суммы, да, чеки за закрытие званий. Вот. И чем больше у нас таких будет организаций, групп, да, тем больше у нас и вознаграждение, и наши бонусы, и мероприятия. Начиная от золотого директора, это 2
таких, да, 24 или 22%, да, групп. Старший золотой это 3, сапфировый 4, бриллиантовый 6 и так дальше. За каждые 2, а потом 3. Вот, если вы посмотрите, да, то выберите себе, пожалуйста, свой доход, который бы вы хотели, да. Что вы купите себе, на что потратите себе эти суммы? Очень такие красивые, классные суммы. Да, я уверена, что ниже, чем бриллиантовый президент, никто не остановится, да? Потому что наши фантазии, да, наши какие-то желания, они безграничны. Чем больше у нас есть средств, тем больше у нас появляется того, чтобы нам хотелось еще. Да, открывается у нас мозг. Да, напишите в чате, какую сумму вы хотели бы зарабатывать. Очень хорошую. Но это не сумма, надо обязательно сумму. Вот. Все стесняются. Классно. Так. 1 миллион. Все, чем больше, тем лучше. Вот, класс. Да, тогда вперед. Мы уже знаем, да, свою цель и обязательно к ней идем. Да. Чем больше, тем лучше. Вот. И очень немаловажная, да, такая тема, задача. Сколько же нужно человеку? Меня очень часто спрашивают, сколько же человек нужно для того, чтобы я там вышел на уровень, да, золотого директора или просто на директора. Вот. Все зависит от вашей активности. Да, времяпровождение, количество ваших активных партнеров и их средний заказ. Да, если ваш человек делает заказ, да, ваша группа средняя это 10 баллов, да, там взяли себе мыло и или просто шампунь, да, и все, то для того, чтобы выйти на директора, вам необходимо найти аж 750 человек. Да? Если на 20 баллов, то 375. Если ваши партнеры делают заказ на 100 баллов, да, что мы можем вложить эти 100 баллов? Это наши любимые витамины для себя, да, и для своих деток. И самые необходимые предметы ухода за собой. И все. Это уже заканчивается 100 баллов. Очень быстро. Да, то всего лишь 75 человек. Если ваши партнеры делают 150 баллов, то это всего лишь 50, ну, 49 человек и вы уже, да, директор со структурой, да, с доходом уже не меньше там от 800, а то и выше долларов, да. Если вы золотой директор, то вам необходимо, соответственно, 100 человек, да, чтобы получать 2000 долларов. И только от вас, только от вашего желания, только от вашего стремления, вашей мотивации, да, на что вы готовы для того, чтобы найти этих людей, да, на что вы готовы, как вы должны обучить их, только ваши, да, ваши мысли, ваши желания. Прежде чем кого-то научить, нужно самому научиться, да. Первое, это нужно научить себя организовать и организовать свою команду. И тогда будет все классно. Как же получить доход? Да, компания у нас официальная, легальная, вот, зарегистрирована в странах СНГ согласно законодательству. Работаем только в правовом поле. У нас нет никаких виртуальных кошельков. Все начисляется на расчетный счет в банке. Трудовой стаж у нас идет. А если мы открываем ИП или ЧП, то платим налоги всего лишь 5 или 6% от доходов и пенсионный фонд. То есть, если посчитать. Вот когда я пришла, я как сейчас помню, я заработала за 3 месяца ту зарплату, которую зарабатывала в год в школе. За год. Вот. Из 50, помню, первый раз отчитывалась, заработала премию, заработала там, зарплата у меня была где-то 50 с чем-то тысяч. У меня был, ну, объем, и мне нужно было 5%. Я заплатила за все в пенсионный, там что-то 4 тысячи. Из 50. Я считаю, что это вообще настолько классно. Да, вот только приобрела, столько всего увидела, вот сейчас расскажу. Всего лишь за такие вообще очень условные, да, налоги. Вот. И оформление. После регистрации вам присваивается номер, который передается по наследству. Ваш личный кабинет запаролен, в который может заходить только вы.
Вот, первые месяцы мы стажируемся, обучаемся, пробуем себя, свои силы, да, проходим обучение, да, бесплатное. Вот, если у вас все получается, вы выходите на хороший доход, оформляем, да, частное предпринимательство, вот, или индивидуальное предпринимательство, и получаем свои законные денежки на расчетный счет. Да, я уже показывала. Вот, какие же плюсы и минусы работы, да, в нашей команде? Вот. Ну, если вы смотрите, то плюсов намного больше, да. Первое, от чего мы избавляемся, это от будильника. Мы работаем в том темпе, который нам удобен. Мы просыпаемся тогда, когда, да, просыпаемся и становимся к работе, да, тогда, когда нам это удобно. Точно так же и засыпаем. Мы работаем с теми людьми, с которыми нам приятно. Да, не так, как на какой-то наемной работе, с кем поставили работать, да, какой есть коллектив, такой уже ты и работаешь. У тебя нет каких-то рамок, ты освобожден, да, у тебя нет начальника, никто тебе не капает на голову, ты опоздал, ты не выполнил план, ты не написал, ты не сдал отчет, ты получил штраф, в общем, человек разочарован. Это стабильно растущий доход, я могу сказать, да, вот если не стабильный, не растущий, да, если человек, да, вышел на определенный, да, этап, то и больше не идет дальше, то он, в принципе, стабильный доход, и все равно он тоже возрастает, вот. И самое важное, ну, для меня, это возможности мир с Oriflame видеть, да, вот, и какие же минусы? Вот, если мы, да, только зарегистрировались, сразу мы получаем, вот как на картинке справа, куда ты влез, это какой-то лохотрон, это тебя там уже какие-то секту забрали, ты сейчас все отдашь, ты сейчас себя продашь, вот, это абсолютно, даже настолько такие стереотипные, я даже не обращала на это внимания, мне тоже очень много говорили об этом, ну, как-то я как баран, знаете. Я себе работаю, работаю, пусть говорят. Вот так и вам надо. Вот, не самая любимая деятельность для семьи, да, забирает время в начале, не приносит дохода. Да, вот не сразу, да, как мы приходим на обычную работу, месяц отработали и все, мы уже получаем нашу зарплату такую маленькую какую-то, да, получили и радуемся, да, как же ее так не потратить. Да, здесь мы сначала работаем, да, а потом уже получаем за это результат. То есть наша зарплата, например, там 1000 гривен в январе и уже 50 тысяч в декабре. Она определенная, да, на наемной работе. 1000 как была в январе, в декабре такое и осталось. Да? Как бы ты ни старался, как бы ты ни выкручивался, какой бы престижной она ни была. Да, у меня муж сначала тоже не поддерживал, сначала не верил, а теперь все, сидит тоже рядом со мной, ждет зарплатку, ждет премии, ждет все, сейчас тоже покажу. Вот, и не особо признанная, да, как преподаватель, как врач, как военный. Вот, и давайте подведем итог. Что мы же получаем, да, в результате? Мы получаем идеальный бизнес. Минимальный стартовый капитал, да, если еще какая-то акция, то вообще, да, бесплатно. Возможность совмещения с основной работой. То есть вы можете 2-3 часа уделять, да, для начала, да, как, да, для старта, пока вы не выйдете на доход. Это обязательно обучение, да, для того, чтобы я стала педагогом, я на 5 лет уезжала, да, в другой город, обучалась этому. Здесь мы можем на месте, да, онлайн, через вебинары, через рассылку обучаться. Бизнесом можно управлять с помощью интернета, это вообще супер, да, вот сейчас я сижу на диване, все отлично, в тепле, да, никуда мне не надо идти на улицу, никакие там маршрутки ехать, никуда я не опаздываю, да, включила и работаю. Вот, на определенном этапе наша работа может работать и без нас, да, потому что у нас, можно сказать, круглосуточная команда, да, у нас есть сейчас, сколько у кого времени, у нас сейчас без 15:02, у кого сколько сейчас времени, у кого-то день, у кого-то вечер, у кого-то уже ночь, да, и когда дневная смена начинает работать, то ночная спит, и точно так же наоборот, да, видите, у всех по-разному, поэтому у нас круглосуточный бизнес, можно сказать. Вот. Мы работаем по своему плану, выбираем свой темп развития. Да, у нас есть великолепные инструменты для развития личности. Вот даже те самые вебинары. Я когда первый раз вела вебинар, я думала, я с ума сойду. Как я могу разговаривать с железякой? А сейчас это вообще настолько классно. Я могу эмоционально, да, выплеснуть все и рассказать. Точно так же, как я рассказывала в школе детям и на улице. Но
Это вообще. И точно так же учиться разговаривать, мыслить, обращаться, искать какие-то новые свои саморазвития. Очень много всего перевернулось во мне за то время, пока я здесь. Вот, глобальный рынок, да, и неограниченная финансовая перспектива. И еще я не назвала то, что компания нас очень поощряет и приветствует. Это признание. Каждому человеку в жизни надо, он желает, да, вот, чтобы его похвалили, чтобы сказал, что он такой молодец, он такой классный, он супер, да. И вот как раз компания имеет найти такие подходы, да, к людям вот для награждения. Я когда смотрю, как нашу Анечку награждают, это просто взрыв, взрыв внутри, насколько компания может и каждому человеку, каждому из нас в нашей команде надо именно достигать того, чтобы увидеть все это, почувствовать все это, вот это, все это признание. И уже деньги, мне кажется, не настолько такие важные, да, как вот это первенство, это, ну, не знаю, как объяснить, классно. Вот такой вопрос. Когда сбываются мечты? Напишите мне, пожалуйста. Когда наступает тот момент, когда сбываются мечты? Что нужно сделать? Когда достигаешь какой-то цели? Когда мы притягиваем, да, усилия, хотеть? Да. Верить в свою мечту, обязательно она исполнится. Я хочу сказать, что за все 32 года моей жизни, да, вот мне будет в следующем месяце 33, я вот за время, я уже 3 года в проекте, за это время моя жизнь и сколько моих мечт исполнилось, это невероятное количество. Первое, это самое главное, для чего я сюда приходила, да, это одно из главных. Первое, это моя семья, это звание. Получить звание директора. Да, получить вот как бы какой-то интерес, спорт, да, вот я, они же получили, я обязательно это тоже получу. Вот я дошла к тому, как бы там ни говорили, сколько было уговариваний семьи, я дошла, стала директором, да, иду дальше. Второе, чего у меня не было, это моей финансовой стабильности. Да, я не знала, как я буду жить дальше, за что я буду кормить, да, детей, как я буду развиваться сама, как буду развивать детей. И возможность путешествовать. За прошлый 2015 год я первый раз в жизни была на море 2 раза. На одном Азовском и на Красном. Это был просто взрыв того, что я вообще не могла поверить, ну, бывает ли такое или нет. Вот, если я чего-то не понимаю, если я, ну, не знаю, как это происходит, у меня какой-то страх. Вот если я знаю, как это все сделать, как это оно все проворачивается, то мне не так уже и страшно, да? И вот и моя мечта была поехать на море, никак не было такой возможности. А именно с компанией Oriflame на вторую свою премию директорскую, вот я поехала на море, да, и сразу же осенью я поехала в Египет, да, по менеджерской конференции так получилось. Вот, первый раз летала в самолете. Никогда не летала, было очень сначала страшно, но потом так классно было, это непередаваемо, сколько всего я увидела, того, что просто видела на картинке, и море, и пустыню, и все-все-все, это было просто невероятно, да, как это может самолет взлететь и лететь себе, да, дальше. Да, Инусечка, это мой директор, Инночка Лукашкина, вместе мы были. Да, какие же мои возможности сейчас? Да, вот я не написала на слайде. За полгода 2015 года я заработала 106 тысяч 286 гривен. Это 4635 долларов. А за целый год, когда я отчитывалась, я уже точно не помню эту сумму, где-то 240 тысяч, что ли. Это было вообще. Я когда посчитала, сама была в шоке. Неужели я так столько зарабатываю? Вот, и было невероятно, да, эти все премии, и за директора, да, 2 премии получила, и за старшего директора, и за золотого директора, и каждый каталог тебе приходит, да, сумма, ты сидишь себе, да, вроде бы ты дома, да, ты никуда не ходишь, да, а деньги тебе уже есть. Это невероятно круто, да, вот правда.
Вот, какие мои удовольствия? Да, вот первое, что я сделала, это себе загранпаспорт. Я пошла в спортзал, я пошла в бассейн, я смогла приобрести себе новый мой инструмент для работы, ноутбук, да, с которым тот старый был очень так плохо тянул, я очень раздражалась, это так затягивало время, сейчас это вообще класс. Вот, потом второе, это было уже летом, это банкет директоров, встреча с моими дорогими лидерами, моими директорами, все такие классные, красивые, наряженные, вот все это с чеками, столько всего, всех людей, Аню видела, это, да, одна из моих мечт, Аню видела, вот сфотографировалась, да, так классно вообще было проведено время. Вот, первое путешествие за границу, да, о чем я рассказывала, это вообще верблюд. Ну, я в зоопарке видела, а то прям уже он рядышком со мной. Это море, это пляжи, это пальмы. Это вообще настолько я была под впечатлением того, что мы живем в таком городе, да, суета, суета. Прилетаешь вот в Египет, это действительно надо туда ехать. Там пустыни, ничего нет. Там настолько вот как в воздухе такое спокойствие, такое расслабление. Вот ехать туда за вдохновением надо. Да, это очень классно. Белая вечеринка, если кто был, это было так круто, когда взлетали наши 2000 желаний сразу. Да, очень заряжает, очень вдохновляет, поэтому стремитесь, желайте и да, и приходите, да, к этому результату, и компания, увидите, как компания вас, да, любит и будет вознаграждать за это. Ну и мое уже в 2016 году первое семейное приобретение за мои личные, да, награды за труд. Вот, ну не только личные, как раз в это время уже и муж мой работал, можно сказать, это семейное приобретение. Мы вместе шли к этим званиям, он меня поддерживал, бибика, да. Хоть маленькая, недорогая, но наша ласточка, да, как мы ее называем. Да, она мой любимый цвет, как я говорю. У меня вначале не было сомнений. Я почему-то была уверена на 100%, что у меня обязательно получится. Не знаю почему, вот как-то внутри, вот какой-то внутренний голос. Я в декрете, я ничего ничем не рискую. Ну и в то же время я всегда, вот как-то такая у меня, не знаю, недостаток или хорошая черта, все время доводить все до конца. Вот, и у меня, ну, не было такого, чтобы я там брошу, все, брошу, не буду работать, это не мое. Это было сразу мое. Я ни за какие деньги мне не нашла какую-то, ну, другую работу. Даже если бы я вышла на директора и что-то было, я все равно. Вот сейчас, после того, как я уже получаю деньги на расчетный счет, это уже 100%, 200% говорю, что я никуда не, да, не. Тяжело было, ну ничего. Ну, утром встала и дальше начала работать. Не получилось, не было регистрации. Опять села, дальше начала работать. Это все благодаря, наверное, моим родителям. Они такие держали меня в кулаке. Да, это благодаря тому, что вот такая настойчивость. И в университете тоже у нас был педагогический университет, там нельзя было, там даже взятки не брали. Так обидно было. За 5 лет ни одной взятки не дала никому. Все пришлось самой учить. Вот. Вот. И активным партнерам, те, кто досидел до конца. Да, те, кто еще не получил, да, свой регистрационный. Ну, вот тоже. Рекрутинговый сайт бесплатно, да, вы обратитесь к своим наставникам, да, своим спонсорам, как получить, да, своим сайт. Если у вас уже есть регистрация, есть активационный заказ, у каждого директора свои условия для получения рекрутингового сайта. Что это за сайт? Это полностью уже сформированный сайт для того, чтобы мы могли выделиться информацией со своими кандидатами и проходили регистрацию. Да, это как первая помощь, скорая помощь всем новичкам. Так, по информации у меня все. Если есть ко мне какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу. Да, у кого нет, обращайтесь, да, к своим наставникам. Да, я очень благодарна за теплую аудиторию. Мне было очень хорошо, очень спокойно, очень приятно сегодня быть на вебинаре. Спасибо вам большое. Я работаю ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Еще YouTube чуть-чуть развиваю.
Все, спасибо вам большое. Удачного всем дня, активных партнеров. До свидания.